Мощный оползень с камнепадом в Ахвахском районе. К счастью, никто не пострадал. Инцидент произошел на 11-м километре дороги Ботлих-Карата, где велись работы по реконструкции. Несколько сел, в том числе районный центр Карата, остались без транспортного сообщения. Как сообщает Минтранс Республики, работы по расчистке будут начаты, как только минует опасность повторного оползня. На месте мобилизовано 4 единицы дорожной техники. На участке ведется дежурство.